Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 8 по 14 мая. Астрологи обещают, неделя будет очень благоприятной, особенно для тех, кто ждет перемен в личной жизни. В начале выпуска астролог Янина Балашова расскажет интересные факты о знаке зодиака Телец. Телец. Тельцом управляет Венера, земная планета, отвечающая за материальные блага. Символом этой планеты является одинокий бык. Представители этого знака зодиака в детстве живут счастливо, спокойно и мирно. У тельцов хорошее отношение с матерью. Им достается ласковая и любящая мама. Это люди, которые сами умеют заботиться. Они испытывают заботу в детстве и могут ее передать другим. Женщины-тельцы – прекрасные хозяйки, хорошо готовят, заботятся о детях, о своей семье. Они гурманы, любят разнообразную еду, у них тонкий кулинарный вкус. Но при этом они упускают чувство стиля в одежде. Что же касается мужчин, они несколько женоподобные, но это только несколько. Если разозлить быка, то он станет опасным и мало никому не покажется. Овнам следует сосредоточиться на личностном развитии. Сейчас вы особенно остро будете ощущать важность образования и активно продвигаться к вершине социальной лестницы. Звезды советуют не спорить с авторитетными людьми в пятницу. Тельцам не стоит избегать переговоров и совещаний. Обмен мнениями на этой неделе принесет большую пользу и в рабочих, и в личных делах. Настойчивость и упорство в решении своих вопросов приведут вас к успеху. Близнецы могут без угрызения совести отправляться на вечеринки. В пылу веселья вы с большой долей вероятности сможете завязать полезные деловые знакомства или получить информацию, которая пригодится в работе. Самое главное сейчас – слушать, а не говорить, иначе упустите свое преимущество. Раки на этой неделе более влиятельны в своем профессиональном кругу, чем обычно. Окружающие будут слушать вас с большим вниманием. Возможно, что в вашей власти на этой неделе изменить чью-то судьбу. Одинокие львы в этот период могут рассчитывать на романтическое знакомство, в особенности, если им предстоит путешествие. Скорее всего, ваше внимание привлечет человек из другого города или даже страны. Рискованные игры обернутся для Дев отличными результатами. Неделя будет благополучной, удача будет сопутствовать во всех делах. Середина недели особенно благоприятна для заключения договоров и деловых поездок. В руках многих Дев окажется довольно крупная сумма денег, которой вы сумеете отлично распорядиться. Доверяйте своей интуиции и знаниям, они помогут вам приумножить богатство. Весам на этой неделе предстоит роль посредника и миротворца в споре коллег или деловых партнеров. Звезды подскажут, как найти новые пути для взаимовыгодного сотрудничества. Астрологи советуют: обращайте внимание на знаки и не случайные совпадения. В Скорпионах на этой неделе проснется тяга к порядку. Если вы работаете в офисе, то наверняка получите искреннее удовольствие от наведения чистоты на рабочем месте и разборе документов. Дома, скорее всего, представители этого знака устроят генеральную уборку. И еще астрологи советуют, если у вас есть свободные деньги, не давайте их взаймы. Лучше потратьте на то, что давно хотели купить, но сомневались. Стрельцы на этой неделе ощутят творческий подъем. Вы легко справитесь с любыми заданиями, требующими креативного подхода и полета мысли. Звезды советуют начинать выходные уже в пятницу. Перенапряжение в последние 3 дня недели вам противопоказано. Выбирайте для отдыха не слишком активные развлечения. Смена имиджа и любые перемены во внешности будут на этой неделе на редкость удачными.
Семья и отношения с любимым человеком будут для козерогов сейчас на первом месте. Одинокие представители знака могут завязать романтическое знакомство ближе к выходным. Для всех, без исключения, козерогов – это удачное время для свиданий и путешествий. Водолеям, которые уже нашли свое семейное счастье, астрологи советуют попробовать немного по-другому взглянуть на отношения со своей второй половинкой. Также наступившая неделя подходит для достижения давних целей. Проекты, начатые сейчас, будут успешны и, несомненно, принесут прибыль. Представителям знака зодиака Рыбы звезды советуют лучше не встречаться в пятницу с друзьями. Из-за повышенной вероятности конфликта перенесите общение с приятелями на выходные. А вот от поездок в субботу и воскресенье стоит воздержаться. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!